трон для собственных нужд. Вот такой вот аппарат на гусеничном ходу, гусеницы бурановские. Кузов у нас полностью металлический, идет весь. Такие пулеметы, фальш-пулеметы Гатлинга. Тут пулемет Корт стоит у нас. Мотор у нас Лифан. Все у нас тут на ключиках. Бардачки. Капот. Вот капот в данный момент сейчас открыт. Снимается он вот так. Там мы видим мотор Лифан. Аккумулятор. Ну, сильно ничего не вариатор. Две трубы у нас такие вот идут. Глушитель. Оптика, поворотники. Все работает абсолютно. Вот. Видео, как он ездит, сниму чуть позже. Все поставили. Вот такой вот аппарат. Аппарат на самом деле создавался для того, чтобы выставить на суд вашему обозрению, чтобы вы сказали, нужен такой аппарат нам здесь в России или не нужен. Вообще вам нравится то, что я делаю или нет. Можем поговорить с вами, пообсуждать о комплектациях и так далее. Может комплектоваться и мощным мотором, и электродвигателем могу скомплектовать. Все для ваших нужд. У него, значит, оптика. Здесь у нас телевизор. Есть экран. Здесь люстра заднего света, так скажем. Здесь у нас поворотники. Здесь у него аудиосистема работает. Динамики. Все здесь электрозапуск. Подогрев сидений, регулировки. Все есть. Конгурятник очень хороший. Смотрится лаконично, красиво, мне кажется. Аппарат вообще на рынке такой, как бы, новая вещь. Хочу вам сразу сказать, что аналог это чего-то или нет, я не знаю. Я знаю, что в Германии есть такие электрокресла. Но это такой русский тогда аналог тех кресел. Вот. Попробуем сейчас вот его запустить. Снимаем капот. Ему, значит, здесь у нас запотос, зажигание включил. Он загудел. Можем капот закрывать. Все, закрыли, зарыкать я его не буду, чтобы вы видели. Тут он меня еще глушитель будет. Вот, работает у нас газ, у нас ножной. Вот. Здесь у нас ручка реверса. Переключение зад, вперед, скорость. Работает на вариаторе. Здесь у нас кожаные вставки, чистая кожа. Все, ну, фрикционы, зеркала, дополнительные люстры, налобный фонарь. Все есть. То есть сиденье, кресло очень удобно. Ездить очень комфортно. Видео, как ездить, сниму в следующий раз. Света очень много. Смотреть на него невозможно. Света прям реально дофига. Поэтому вот такой вот аппарат. Считаю, что вот пулеметы его дополняют. Реально с ними он смотрится неплохо. Мне военная тематика нравится. Тем более, это российская техника. Произведена в России. Не где-то в Китае, там и на Западе и так далее. Поэтому, ну, хочу, чтобы поддержали меня пальцем вверх. Как бы мой проект. Каждый, кстати, может приобрести этот аппарат. Продавать я его буду за ту цену, которую вложил. Поскольку это прототип, да, мы здесь ничего менять не буду, ничего делать, как вот ездит, так вот он ездит. Есть недочеты небольшие по повороту, то есть он плохо поворачивает данная модель, но это можно исправить, заменив на фрикционах тормозные машинки. То есть поставить их более такие. Можем поставить мотор сюда, хоть 5-литровый, можем электродвигатели сделать. То есть аппарат достаточно такой необычный и, можно сказать, многофункциональный. Ездить можно по полям охотиться, можно ездить на рыбалку, на озера, на реки, по берегам. Можно также использовать для отдыха.
аппарат ездит и по снегу, и по асфальту, и по грязи, и по грунту, и так далее. По любым грунтам. Резиновые гусеницы. Стоят они, кстати, недорого. Гусеница стоит где-то 7-800-8 тысяч. То есть это компания Композит. Ее легко достаточно купить. Ну и все остальное, в принципе, сюда. Кажется, что здесь на самом деле вложений немного, но по большому счету вышел очень дорого он на самом деле. Поэтому продавать мы его будем именно за столько, за сколько он был собран. Поскольку это прототип. Вот. Садиться очень удобно на него. Здесь мы видим у него удобное расположение, магнитолы, электрозапуск. Все удобно, все под ногами. Также тормоза, повороты бортовой. Удобное расположение пола, не скользит. Очень удобно, хороший обзор. Газ у нас находится под ногой. Ну, вот такой аппарат. Хочу вам сказать, что на самом деле машина мне нравится. Отсюда слазить неохота. Прям сидишь и просто кайфуешь. Также есть у него здесь дополнительный панель приборов. Это у нас габариты, ближний свет, это у нас дальний свет, это у нас задний свет, это у нас лобная люстра, это боковые, это у нас еще что-то, так, сигнал. Ну, это, например, все здесь мы видим. И вот вещи. Сделал. В принципе, аппарат новый на нашем рынке. Мне лично хотелось бы, чтобы побольше такой техники было у нас. Такой как бы альтернатива квадроцикла. На самом деле очень удобно. Еще раз говорю, как ездит, покажу в следующий раз. Данный аппарат ездит не очень быстро, спокойно, но можно сделать, чтобы он ездил, конечно, намного быстрее, резвее и носился вообще быстро. То есть все зависит от вашего кошелька. Ну все, ребята, подписывайтесь, ставьте лайки. Если что, телефон мой знаете, звоните, разговаривайте. Что-то сообщайте, что-то советуйте. Советы выслушаю все. Кто скажет, что херня, ну, можете сделать лучше. Можете сделать, сделайте, не вопрос. Я не говорю, что этот аппарат там супер Феррари. Но, на мой взгляд, в гараже сделанный одним человеком, это достойно уважения. Всем пока!